50 монатная купюра Азербайджана вошла в число лучших банкнот мира. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. Регулятор принял участие в конкурсе, организованном Международной банкнотной комиссией США, самый совершенный новый денежный знак 2022 года. В числе конкурсантов были также Центральные банки и ряда государств, в том числе Европы, Великобритании, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, апоры Филиппин и других стран. Отметим, обновленная 50 монатная купюра, введенная в обращение с начала прошлого года, ранее Международная ассоциация производителей голограмм на конференции в Великобритании выбрала азербайджанский денежный знак победителем в номинации банкнота самой безопасной системой защиты.